Можно ли как-то реализовать, что святое имя – это сам Господь? Например, как-то ощутить Его могущество? Я тоже, дорогие преданные, говорил об этом. Мы обращаемся к Нему. Или, например, Кришна посылает нам препятствия, да, тяжело повторять мантру, очень тяжело, спать хочется, ум уходит, все что угодно. Но мы Его благодарим, спасибо, Кришна, что Ты даешь мне эти препятствия помогают мне стать сильнее, и вперед, в бой. И потом наблюдайте, как Кришна отреагирует. И что-то раз какой-то знак получите. Вот как я рассказывал, я получил знак, мне пришел фильм о Господе Джаганнатхе. Никогда в храме я не видел ни одного фильма с Господом Джаганнатхой. Джаганнатхапури. И я понял, что это знак. Господь дает мне знак. Именно Господь Джаганнатха дает знак. А могущество Его можно ощутить именно в том, что, вот как я рассказывал, день джапы не идет, тяжелое, мы предаемся. И вдруг на следующий день она льется, как речка, сама, ум сам спокойным становится ни с того ни с сего. Мантра такая становится, что прям приятно ее слышать. И мы понимаем, что это Кришна, это Его могущество. Уже это Его могущество проявляется в том, что Он нам дает читать мантру. Если Он дает нам возможность читать мантру утром, это еще большее могущество. Было бы желание почувствовать могущество? Почувствуйте, поверьте, почувствуйте. Если у вас это желание есть, и вы внимательно, очень внимательны и стараетесь его где-то почувствовать или увидеть. Вы увидите обязательно. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс. Составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги. И первым оказался Валберис. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс. Там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гита около 7 тысяч уже люди выкупили за 1,5 года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддержим низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие.